на дожде. Всем привет, это «Спорт на дожде», меня зовут Никита Белоголовцев, вместе со мной Кирилл Благов. Кирилл, привет. Привет, друзья, привет, Никита. Ну что ж, друзья, у нас сегодня важный и особенный выпуск, у нас специальный выпуск, целиком всю программу «Спорт на дожде» мы будем говорить о Фабио Капелло, который сенсационно ушел с поста главного тренера сборной Англии. Будем разбирать эту проблему, в которой политики и каких-то культурных процессов, происходящих в Европе, возможно, даже больше, чем в спорте. От этого нам не уйти, поэтому поехали. Спорт на дожде. Итак, дорогие друзья, Фабио Капелло, главный тренер сборной Англии, меньше чем за 4 месяца до старта чемпионата Европы 2012 в Польше и Украине ушел с поста главного тренера сборной Англии. Официально названная причина отставки – это несогласие с футбольной федерацией Англии, которая лишила Джона Терри, капитана английской сборной, права носить вот эту самую капитанскую повязку. Собственно, Фабио Капелло был изначально с этим решением не согласен, и в результате с поста главного тренера сборной ушел. Как я уже говорил, совсем скоро, ну, по меркам европейского футбола, совсем скоро чемпионат Европы в Польше и Украине, сборной Англии осталась сейчас без тренера. Надо сказать, что Фабио Капелло, как это ни странно и не парадоксально звучит, был самым успешным тренером сборной Англии за вообще всю ее историю, если мы считаем процент побед. Разумеется, возможно, не совсем честно и правильно говорить, а если исключительно об этом показателе, потому что, ну, главные свои матчи сборная не сыграла, где этот процент побед мог бы подупасть, но вот казалось, ну, что именно сейчас, да? Нет, почему? Она же уже сыграла одни матчи, где их процент побед подупал, это на чемпионате мира, так что, в принципе, мне кажется, на чемпионате Европы, учитывая уровень группы сборной Англии, он, наоборот, мог повысить еще. Ну, не совсем с тобой соглашусь. Объясню, почему так много будем говорить мы о сборной Англии. Дело в том, что для мирового футбола Англия – это едва ли не самая популярная так называемая вторая команда. То есть команда, за которую на крупных турнирах люди начинают болеть, когда вылетает их родная команда. Ну, то есть для болельщиков, для российских болельщиков это зачастую первая команда, как мы можем судить. Ну или так. Что ж, друзья, чтобы разговор наш был серьезным и по-настоящему погрузились мы в тему, мы решили обсуждать с Кириллом не вдвоем эту тему, а пригласить к нам еще одного человека. Иван Калашников, шеф-редактор сайта sports.ru, проживающий сейчас в Великобритании, посещающий примерно 7 тысяч футбольных матчей английских в год. С нами на связи. Ваня, привет. Привет, Никита. Привет, Кирилл. Отлично, видим тебя, слышим. Ну что ж, Вань, скажи, пожалуйста, ты согласен, ну, такой первый дежурный вопрос с оценкой, которую мы тут дали, что Англия, наверное, такая самая популярная команда, но среди не своих команд. То есть самая популярная вторая команда, люди болеют за Англию очень много в мире, на крупных турнирах, когда их команды вылетают, не попадают туда, ну или просто параллельно со своей сборной болеют за Англию. Ну да, само собой, мне кажется, это напрямую связано с тем, что английская премьер-лига, в общем-то, самая популярная, богатая, не могу сказать, что интересная, но однозначно привлекающая внимание лига в мире. В общем, английские футболисты постоянно на виду и тут, и в Лиге чемпионов, поэтому вполне логично, что сборная Англии все очень любят болеть. Окей, джентльмены, давайте тогда прямо сейчас будем обсуждать, что же привело Англию к, возможно, крупнейшему скандалу за последние 10-15 лет. Кирилл Благов приготовил специальную историю, рассказывающую о том, как англичане оказались в таком сложном, неприятном и, в общем, довольно глупом положении. Кирилл? Ну да, давайте посмотрим на наш прекрасный тачскрин. А, ну, кстати говоря, Фабио Капелло уже собрал вещи и уехал вместе со своей супругой, покинул Англию. Да, и вот это самая свежая фотография. Действительно, решили они совсем не задерживаться, и уже видите, с чемоданами, прям сразу с вещами на выход. В общем-то, многим кажется, что это характеризует мужественность и вот такую решительность. Об этом еще поговорим. Об этом поговорим. Давайте о том, как все, собственно, происходило. В конце октября Челси играл ничем не примечательный матч против команды, которая называется Queen's Park Rangers. Проиграл этот матч, но он запомнился не столько счетом, сколько скандалом, который возник между Джоном Терри и Антоном Фердинандом. Тогда
После этого матча Терри начали обвинять в том, что он обозвал футболиста соперника, ну, какими-то там расово неверными, наверное, да, словами. Ну, то есть позволил себе лишнего. Ну, называл его, в общем, в тех или иных вариациях чернокожим, но в более грубой словесной форме. Ну, причем, внимание, это еще никто не доказал. Это пока не доказано, и ситуация отяжеляется тем, что Антон Фердинанд, с которым, собственно, переругивался Джон Терри, это родной брат Рио Фердинанда, партнера Терри по обороне сборной Англии. Да, абсолютно. Как раз недавно Челси играл матч с Манчестер Юнайтед, и все говорили, как же, пожмут они друг другу руки или нет, но Терри в итоге остался на скамейке запасных. Неважно. В общем, начались, естественно, просто разбирательства. Сначала футбольная ассоциация Англии, затем подключились полицейские, как мы видим, то есть они хотели изучить, что же там между игроками произошло. В общем, пока они изучали это дело, Фабио Капелло вызвал Джона Терри в сборную Англии для того, чтобы провести пару матчей. Там была игра с Испанией, игра со сборной Швеции, где вообще Джон Терри выходил с капитанской повязкой. Этот вопрос уже тогда начал обсуждаться. После этого Фабио Капелло съездил в Москву. Официальная версия, чтобы посмотреть один из спектаклей в Большом театре. Но точно так же сразу следом за этой поездкой появились слухи о том, что им интересуется махачкалинский Анжи. Ну, это дежурная, наверное, такая бирка для любого тренера, который приезжает в Россию. Тем временем Джона Терри на родине все абсолютно поддерживали. Начиная от болельщиков, продолжая партнерами по сборной, партнерами по Челси. В какой-то момент его вызвали в суд. Это, по-моему, произошло 1 февраля. И, собственно, Джон Терри не признал своей вины и сказал, что все, что про него говорят, это неправда. После этого слушания перенесли аж на середину июля, что к этому вопросу мы еще вернемся. Но, тем не менее, футбольная ассоциация Англии решила лишить Джона Терри капитанской повязки сборной Англии. Фабио Капелло, давая комментарии журналистам, сказал, что он считает это решение несправедливым, и что вообще ассоциация не должна вмешиваться в такие дела, как назначение капитана сборной Англии. Ну и спустя пару дней после этого заявления Фабио Капелло, футбольная ассоциация Англии принимает его отставку с поста главного тренера национальной сборной. Спасибо большое. Кирилл Благов рассказал, как развивался скандал в английском футболе. Хочу обратиться к Ивану Калашникову. Вань, скажи, пожалуйста, мне со стороны человеку, который, возможно, не совсем глубоко погружен в английский футбол, ситуация кажется идиотской с двух сторон. Потому что, с моей точки зрения, довольно глупо вела себя и футбольная ассоциация, и при этом я не могу сказать, что понимаю поступок Фабио Капелло, который перед, возможно, последним большим турниром в своей жизни, ему уже за 70 лет, он, собственно, 4 года в Англии к этому турниру шел, вдруг взял и, как мне кажется, практически на ровном месте вспылил и ушел. Кто, с твоей точки зрения, больше виноват в том, что ситуация развивалась и развилась именно так? Ну, мне кажется, что если тут на кого-то пальцем показывать и называть виноватым, то, безусловно, больше вопросов к футбольной ассоциации по одной простой причине. Действительно, назначение капитана национальной сборной – это полностью прерогатива тренера. Кроме того, я так понимаю, что Капеллу приглашали, в общем-то, с установкой на то, чтобы сборная Англии, которая довольно-таки давно уже, больше 40 лет мучается, ничего толком выиграть не может. Единственное, что за это время нажила, это психологический комплекс четвертьфиналов крупных турниров и послематчевых пенальти. Вот этой сборной нужен был человек, который, как, в общем, довольно радикальным хирургическим путем будет ее из этого состояния выводить. Вань, подожди, сразу же вопрос. Но я понимаю, что действительно капитана должен назначать тренер, это не оспаривается, но тебе не кажется, что, размолвка по поводу того, должен ли обвиняемый там в российских действиях игрок быть или не быть капитаном сборной, не та причина и не тот повод для ухода из сборной, чтобы покидать ее за 4 месяца до большого турнира. Опять-таки скажу, возможно, последнего в жизни Фабио Капелло. Я уверен, что это не единственная причина, абсолютно точно. Просто она довольно, как мне кажется, в общем, какой-то степени вероятности указывает на то, что Фабио Капелло, и мы об этом, в общем, знали заранее, он не любит, когда за него принимают решения, какие бы то ни было. Я думаю, что это была далеко не единственная вещь, которым, в общем, ассоциация ему дорогу перешла. В частности, они там не поддержали, не вступились за Руни, когда Руни получил дисквалификацию, которую совершенно точно можно было бы опротестовать.
скостить и так далее. Даже, в общем, пострадавший от Руни футболист высказывался в его защиту. Но дело не только в этом, а дело в том, что вот Фабио Капелло провел один из сезонов в Реале, собственно, последнего сезона, разругавшись с президентом, с болельщиком, с Дэвидом Бекхэмом, там, с Роналду, Антонио Кассано, в общем, со всеми абсолютно разругавшись, при этом умудрился чемпионат так или иначе выиграть. Потому что, в общем, пока власть была у него, он команду управлял и в итоге результата добился. Сборная Англии взяла его ровно для того же. Я думаю, что просто Капелло есть какая-то совокупность причин, а во всех нам неизвестно, но об одной, как минимум, точно, которая заставила его понять, что он всецело этой сборной не управляет, и, наверное, скорее всего, когда дело дойдет до чемпионата Европы, что-то в совокупность факторов помешает ему взять на себя целиком ответственность за выступление этой команды. Слушай, таким образом, да, и таким образом неудача, она бросит, условно говоря, тень на его репутацию, да, и если он заранее понимает, что он ничего не может сделать, то, в общем, лучше встать и уйти. Ваня, вот не кажется тебе, что здесь, ну, Фабио Капелло, возможно, в том числе, не говорю целиком, но выстилает себе соломку. Действительно дисквалифицирован на первые два матча чемпионата Уэйн Руни. Мы видели за фол против Миодрага Джудовича. Понятно, что Англия не является однозначным фаворитом этого турнира, и тебе не кажется, что Капелло, возможно, в том числе и страхуется вот этим уходом сейчас от репутационных рисков? Ну, в общем-то, уход из сборной накануне крупного турнира – это тоже репутационный риск. Человек, когда очень великое искушение для многих людей показать на него пальцем, сказать: «Ого, сбежал, куда это годится?» и начать думать о нем, там, так сказать, хуже, условно говоря. Мне кажется, это вполне просчитанный ход. Человек не хочет работать в тех условиях, которые его не устраивают. Он наемный работник, его пригласили, и он понимает, что, ребят, это не то, что вы мне обещали, это не то, на что я подписывался, и я свою работу, я профессионал, не могу в таких условиях делать, и давайте-ка я лучше, в общем, с этого абсолютно почетного поста, за которым точно совершенно следит весь мир, лучше я вот отсюда... Смотрите, ребята, а у вас нет ощущения, что вот после этого решения футбольной ассоциации Англии никто попросту не захочет сотрудничать с ней? Потому что доходит до смешного. У нас было два абсолютно похожих дела, да? То есть дело Луиса Суареса и дело Джона Терри, которых обвиняли, в общем-то, в одном и том же, но при этом Луиса Суареса почему-то быстро все это дело разобрали, нашли необходимые доказательства и дисквалифицировали. Что мы видим с Джоном Терри? Дело еще в конце октября все это заварилось, очень долго расследовали. Джона Терри вызывали там на какие-то допросы, еще что-то. И в итоге его все равно вот рассмотрение вот этого дела перенесли на середину июля. То есть получается, что вину человека не доказали, да? Получается, что на ровном месте как-то там какие-то претензии. Смотри, меня вот это просто как-то веселит слегка. Смотри, я частично с тобой согласен, но здесь, мне кажется, английская футбольная федерация, вот в принципе для государства Англия, выполняют очень важную функцию. Выполняют ее криво, кособоко и неумело. Но при этом то, что в принципе в Англии разбирают, имеет ли право капитан сборной, да, там, на некоторые, возможно, противоправные деяния, да, имеет ли право человек, находящийся под следствием, быть капитаном сборной. Этим вопросом задаются. Можно ли называть там черным своего соперника, да, как в случае... Никит, в чем комиссия Суареса? Ситуации не доказано это. Почему, если они так уверены в том, что Джон Терри позволил себе что-то там, почему они не могут это доказать? Почему они доказали это Суаресом, составили там больше сотни страниц и списали в его деле? Почему они там разобрались, а здесь не могут с этим разобраться? Мне кажется, что просто они уже заварили эту кашу, потому что поняли, что у них, в принципе, доказательств нет, и чтобы сохранить, может быть, там хорошую мину при плохой игре, что называется, да, перенесли вот это, ну, его рассмотрение дела в середину лета уже, то есть когда чемпионат Европы пройдет. Знаешь, я более чем уверен, но вот я не знаю, это моя интуитивная уверенность, что дело там Терри и Фердинанда возникло не на ровном месте. Да, я не очень понимаю, как можно доказать, если у тебя нету видеосвидетельства конкретного, что один человек назвал другого там черным, белым, желтым, неважно каким. Да, то есть мы можем, вот мы вспоминаем тот самый эпизод с Луисом Суаресом и Патрисом Эвра, можем воскресить его в памяти, да. Я не понимаю, как можно было доказать, что там было противоправное деяние. Вот я не понимаю здесь. Здесь даже по губам невозможно прочитать, там сказал Луис Суарес, далее цитата, слово «негро».
да, или не сказал. Я не понимаю, как можно осуждать Джона Терри, да, ну, на основании доказательств. Я не понимаю, как можно это доказать от суде. Но я закончу свою мысль. Мне жутко нравится, что в стране Великобритании в принципе думают об этом. Хорошо, смотри, как ты считаешь, ну вот в принципе есть такое мнение, что у расизма нет национальности, да. У тебя нет ощущения, что вот эти же парни, из-за которых разгорается скандал, что они сами-то тому же Терри, тому же Суаресу могут говорить во время матча чуть ли не более ужасающие вещи, но они просто как-то на это не реагируют и оставляют это вот, ну, на внутреннем уровне? Я не знаю. Я могу сказать, что мне гораздо больше хотелось бы жить в стране, где, в принципе, вопросы, там, не знаю, расовых оскорблений на футбольном поле или на футбольных трибунах обсуждаются. Ну, трибунное поле, мне кажется, это нет, как подожди, раз нужно пускай, разграничить эту пускай, ситуацию. Пускай обсуждаются они коряво, неумело, и пускай из-за этого происходит вот такая история с капитаном сборной. Но мне гораздо больше нравится ситуация в стране, где это, в принципе, обсуждается, нежели ситуация в стране нашей, где это не обсуждается вообще и никак. Пусть лучше в моей стране наказывают футболиста, если он назвал другого черным. И наказывают, если он не виноват. И при этом моя сборная не становится чемпионом Европы. Стоп, и наказывают, если он не виноват. Получается, Джона Терри наказали за... Где доказательства его Джона вины? Джона Терри не наказали. Джону Терри разрешили играть за сборную. Мне кажется, спасибо абсолютно... большое, что разрешили Джону абсолютно Терри играть нормально, за что пока человек находится под следствием, да, вот просто под следствием, он не может быть капитаном сборной. Я не вижу в этом, ну, ничего, не знаю, сверхъестественного и ужасающего. Правда, не вижу. Ну, хорошо, окей. Окей, друзья, давайте обратимся прямо сейчас, ну, к некоторому импровизированному обзору британского мнения. Посмотрим, что писали футболисты в Твиттере по поводу отставки Фабио Капелло. Давайте посмотрим на наш сияющий тачскрин. Джек Уилшер, молодой британский футболист, сейчас травмирован, в общем, выражает общее ощущение. Меня шокировали новости о Фабио Капелло. Я раздавлен, если честно. При нем я дебютировал за сборную, и он верил в меня. Спасибо, Капелло, и хэштег «Великий менеджер». Ну и дальше Уилшер задается логичным вопросом. Вопрос, который сейчас все задают, и игроки, и болельщики. Что нам делать? Евро уже совсем скоро, и кто же будет возглавлять сборную? В общем, дальше коллеги Уилшера, ныне действующие футболисты. Майкл Оуэн уже не играет в сборной, но, в общем, написал он... Возможно, самый обобщающий твит. Никогда еще не было такого сильного убеждения у публики, кто должен быть следующим тренером сборной Англии. Я думаю, что все хотят Харри Реднапа. Абсолютно с ним солидарен Рио Фердинанд, брат того самого Антона Фердинанда, которого якобы оскорблял Джон Терри. Я думаю, что нам нужен английский тренер. Мы больше не должны страдать из-за неправильного перевода. Харри Реднап, вот, мне кажется, выбор, который нам нужно сделать. Ну и дальше Уэйн Руни, лидер сборной Англии, говорит, что я раздавлен уходом Фабио Капелло. Это отличный парень и супертренер. Мы должны заменить его на англичанина. Харри Реднап – это мой выбор, говорит Уэйн Руни. И я обращаюсь снова к Ивану Калашникову, шеф-редактору Sports.ru. Вань, скажи, пожалуйста, а почему, собственно, все настолько сильно сейчас помешаны на Харри Реднапе? Тренеры, безусловно, сильно, но при этом я не могу сказать, что каком-то супертренере, топ-тренере и тренере, который, там, не знаю, настолько сильнее остальных кандидатур. Все довольно долго ждали, чтобы какой-то английский тренер начал показывать свое, так сказать, тренерское мастерство в чемпионате Англии, что-то выигрывать с какой-то командой и так далее. Клубы, топ-клубы английские все время назначают иностранных тренеров, а Харри Реднап, несмотря на, в общем, все его какие-то, скажем так, относительные непреимущества, да, на фоне иностранных тренеров, он, видимо, сам признается, что толком даже там практически писать не умеет, не пользуется интернетом, в общем, так далее, и умеет только как следует прикрикнуть на своих игроков, чтобы они бежали. Но в этом сезоне Тоттенхэм, который он тренирует, он бежит так, что, в общем-то, идет на третьем месте, наверняка попадет в Лигу чемпионов и вообще показывает одну из самых достойных, ну, отличную игру показывает в чемпионате. Поэтому это такой довольно простой выбор. Харри Реднап, все его знают. Тем более, что вот буквально вчера, когда Капелло объявил о том, что уходит в отставку, с Реднапа сняли обвинения, которые предъявляли по уклонению от уплаты налогов еще давно, когда он в Портсмуте работал. Ну и как-то все это совпало. То есть вот
Мы знаем, что есть такой довольно старомодный дедушка-тренер, который вроде бы еще и каким-то жульничеством занимался. А тут хоп, и мы перестали, в общем, поняли, что он честный человек. Слушай, Вань, ну а у тебя нет ощущения, что вот этот вот дедушка, который так хорошенько разогнал Тоттенхэм, что ну, он не захочет просто заниматься работой сборной Англии, когда у него перед глазами вот такая ситуация, когда ему просто-напросто там не будут давать работу так же спокойно, как в том же Тоттенхэме, условно? Я не думаю, что вообще здесь какая-то есть ситуация, что он может бояться, что ему не дадут работу спокойно. Потому что, во-первых, сейчас его вся страна фактически подталкивает к тому, чтобы этот пост занять. Потом спрос с него тоже будет, прямо скажем, не так уж и велик. У человека нет времени на работу 4 месяца. То есть он может провалить чемпионат Европы? Да, конечно, может. Есть у нас некоторые проблемы со связью, но я надеюсь, что Иван Калашников к нам вернется. Если вдруг Харри Реднап все-таки не согласится стать главным тренером сборной Англии, то букмекерские конторы видят еще несколько кандидатов на эту роль. Давайте снова посмотрим на наш сияющий экран и рассмотрим кандидатуру под номером 2. Прошу тебя, Кирилл. Ну, для начала скажем, что Харри Реднап самый очевидный кандидат, и коэффициенты на него постоянно падают. Сейчас это 1,36, то есть практически вот как... Практически, наверное. Да, то есть если вы хотите заработать, то ставьте свои деньги на Харри Реднапа. Второй кандидат — это Стюарт Пирс, который сейчас точно так же работает с одной из сборных Англии. Мы видим, что это такой же классический британский коуч, который, видимо, не одну ночь проводит за изучением конспектов, там, тактических, может быть, еще каких-то. Да, мне кажется, еще изучает пробег футболистов, сразу видно, и методические материалы новые читает. И что уже стало известно про Стюарта Пирса? Теребит при этом постоянно нос или, возможно, поправляет очки, поэтому... Ну, наверняка, РК так есть, и жует жвачку. Так вот, стало известно, что Стюарт Пирс будет руководить сборной Англии же в ближайшем матче против сборной Голландии. Да? То есть, и после этого, соответственно, коэффициент на его назначение в сборную Англии точно так же, как и на Харри Реднап, упал, но, правда, 6,5 сейчас дают. Ваня, расскажи нам про Стюарта Пирса. Как считаешь, это достойный кандидат или нет? Это неизбежный кандидат в данной ситуации, потому что Пирс тренирует молодежную сборную Англии, будет тренировать олимпийскую сборную непонятно какой страны, то ли Англии, то ли Великобритании, на предстоящих Олимпийских играх, и он типичный, в общем, выбор по умолчанию такой, как, не знаю, как Анатолий Давыдов в «Зените», то есть, в общем, кто еще? При этом Пирс неплохо работает с молодежью, но ни у кого нет иллюзий, что он там гениальный тренер и так далее. Довольно такой надежный, с склонностью к, в общем, ярко выраженным физическим упражнениям тренер, который, в общем-то, всю свою тренерскую карьеру пытается сделать так, чтобы люди забыли его прозвище игрока, а в бытность игроком его все звали психом. Вань, слушай, ну смотри, у нас, к сожалению, заканчивается наше эфирное время. Я хотел тебя спросить о трех кандидатах, ну, таких, с одной стороны, забавных, с другой стороны, возможно, и реальных, которые назывались на пост главного тренера сборной Англии. Это, собственно, Гус Хиддинк, Жозе Мауриньо и Дэвид Бекхэм. Вот эти три джентльмена в черном. Как тебе кажется, у кого-то из них есть реальные или хотя бы теоретические шансы возглавить сборную? Ну, Хиддинк, я сказал, в топ-5 претендентов входит, потому что он без работы, в Англии к нему хорошо относятся, так далее, вполне себе реальный кандидат. Я не знаю, как он настроен, но то, что на него могут выйти из футбольной ассоциации, вполне реально. Мауриньо вряд ли, он хотел работать в Англии, но в клубе, и тем более, что разговариваешь с человеком, который еще непонятно, как сложится сезон, а он может сложиться, в общем, довольно успешно. Ваня, скажи, пожалуйста, вот про Мауриньо вопрос уточнения. Многие рассматривают схему Реднап в сборной Англии, Мауриньо в Тоттенхэм. Ты веришь в такой сценарий? Нет, я просто не верю, что Мауриньо уйдет раньше конца сезона, потому что этот сезон для него может закончиться победой в чемпионате Испании и в Лиге чемпионов. Почему бы, в общем-то, не посмотреть, что за эти последствия? А, например, на следующий сезон Мауриньо же вроде собирается уходить из Реала. Реднап заканчивает сезон в Тоттенхэме, затем в сборной Англии, в ней остается независимо от итогов Евро, а Мауриньо меняет его в Тоттенхэме. Я не думаю, что Мауриньо будет под кого-то подстраиваться, что там ему футбольная ассоциация скажет... Или в данном случае Тоттенхэм скажет, что давай ты, в общем, заступишь, потому что Реднап уходит. Я думаю, он будет руководствоваться исключительно собственными мотивами и вряд ли будет на чье-то предложение откликаться, на, так сказать, как на готовое.
Дэвид Бекхэм в том или ином виде может быть полезен этой команде? Может ли он быть полезен Тоттенхэму? Нет, да. Сборной Англии, разумеется. А, Мауринь, он может быть полезен любой абсолютно команде в мире. Нет, Вань, Дэвид Бекхэм. Бекхэм, его хотят видеть в олимпийской сборной как игрока, он мог бы там быть как играющий тренер. Однозначно ему нужно сначала исполнить какую-то символическую роль до того, как принимать сборную Англии. Я думаю, Бекхэм – это абсолютно нереальный вариант. Мне кажется, это абсолютно справедливо. Абсолютно справедливый комментарий. Спасибо огромное. Иван Калашников, шеф-редактор sports.ru, был с нами на связи из Лондона. И буквально в последние 10 секунд нашего эфира мы не можем закончить, не упомянув энфилдского кота. Ни одного выпуска программы «Спорт на дожде» без котиков. Твиттер, который мы регулярно читаем, энфилдский кот пишет: «Если бы я стал главным тренером сборной Англии, я обещаю вам, что в стартовом составе не просто бы играл Эмиль Хески, но и стал бы капитаном этой команды». Ну, в общем, шутка для тех, кто следит за британским футболом. Спасибо вам огромное, что были с нами. Кирилл Благов и я, Никита Белоголовцев, провели для вас черно-белый выпуск программы «Спорт на дожде». Вся правда об английском футболе. Спасибо, что смотрели нас каждый день в 19:05. Не забывайте это делать. «Спорт на дожде».